общем-то, друзья мои, мы продолжаем. С вами, как всегда, я Дезертир. Надеюсь, вам понравились предыдущие части прохождения. Вы таки дошли до этой, которой мы будем... Даже не знаю, что делать, но... Птиченция нам указывает, что нам куда-то надо лететь. Видимо, куда-то не сюда. Ну, окей. Что-то здесь... Разрабы, вы такие разрабы, серьезно. Вы меня чуть не подловили. Ох, это могло быть больно. Такие дела. Ладненько, мы прыгаем, бамс, цепляемся. Хоп. Хоп. Разрабы меня чуть не подловили, я чуть не упал в самый низ этой пещеры. Это было бы ни хрена не круто. Вообще ни хрена не круто. О, случай мне ключик Ли. Та-дам! А вот и ключик. Ключ скелета. Ну или что-то в этом духе. Отлично. У нас появился ключик. Мы должны радоваться. Должны радоваться, потому что, как вы помните, мне там ключик как раз был нужен, по идее. Тан-тан-та-та-та-тан-тан-та-та-та-тан. Опа! Перепрыгнули, запрыгнули, забрались, побежали дальше. Так. Ключик мы взяли. Чего у нас еще ниже находится? Какой-то непонятный интересный склеп, но окей. Нам сказали забраться выше, я забираюсь все глубже и ниже. Но я всегда делаю все, что просят в обратную сторону. Так. А с этими ребятами я уже, кажется, встречался. Только они стали мощнее, сильнее. И все дела. Но думаю, что не такие сильные они все же. Все же они не такие сильные. Все же у меня есть возможность их как-то убивать. И ента главное. На пощам, друже. Помните, из них выпадали неплохие шмотки. Ну, по крайней мере, в самом начале. Точнее, как неплохие. На тот момент они были интересными, сейчас они, конечно же, вообще ни о чем. Так, по одному я их буду долго выковыривать. Давайте мы сделаем вот так. А то я их буду ковырять так полчаса всех. Оп, призвали ребят и погнали все вчетвером. Ну что, ты у нас последний остался, дружочек. Да, недолго он оставался последним. Да ладно. Так, опять что-то типа двери, в которую я не могу попасть, не собрав чего-то. Я уверен, что у Вульгрима есть ключ, и просто так он с ним не расстанется. Ах ты, гад, Вульгрим. Так вот у кого ключ. Я-то сидел, думал. Все, понятно. Короче, я уже знаю два таких места, в которые надо вставлять ключ. Специальный ключ, который нужен для того, чтобы что-то сделать. Так почему он сказал, что у Вульгрима? Ну, откуда он знает, что именно у него? Ну, окей. Будем надеяться, что всадник прав. Ну, точнее, всадник-то сто пудов прав. Но откуда он так самоуверенно заявляет про ключик и про то, что он есть у дружи Вульгрима? Давайте все-таки поднимемся наверх. В дверку мы сходим чуть-чуть попозже. И поглядим все же, что же, куда же нас вели? Что же мы должны были
увидеть, а то вы потом мне скажете, что я совсем не туда пошел, дезертирка, не торт, все дела, и, в общем, надо как-то все-таки... Надо все-таки перемещаться туда, куда тебя просят переместиться, правильно? Поэтому мы пойдем именно туда, где нас ждут, не ждут, в общем, неважно. И мы пойдем вперед. За нами там, конечно, сейчас бегут скелеты, но они ни о чем. Тянь-тянь-тянь-тянь-тянь-тянь. Ха. А вот не ожидали, да? А вот я ожидал, что мы вот так вот переберемся. Давайте заглянем. Ох, как там. Хорошо бы мог улететь вниз. Стоп, там дверь? Да, там дверь именно. Я понял. Ох, как хорошо можно было улететь вниз-то. Ну ладно. Благо вниз мы не улетим. Тут есть несколько вариантов. Мы либо можем спуститься на самый низ, либо можем подняться на самый верх. Я вот предположу, что подняться наверх будет лучше. Что здесь какая-нибудь ничто спрятано, который тут... А, вон оно чё. Оп. Та-дам. Короче, мы что-то открыли. А, вон мы открыли эти, я понял. Тут, видимо, мне нужна будет какая-то хрень, которая создает нашу копию. Иначе эту фигню не открыть. Я понял шутку юмора. Так. Там дальше нам просто ниже, да? Да. Если что, мы поднимемся. Здесь та же фигня. И, видимо, с мостом... Я пошел отсюда. Так. Не, ну нам определенно куда-то сюда. Потому что птиц нам показываешь, и нам сюда. И значит, нам точно сюда. Но... Что-то здесь не так. И сюда мы пройти, кстати, не можем. А на скорости, интересно? А, то есть я прыгаю и бегу. Ага, все, конечно, хорошо. Отлично, я пробежал. Так, ну здесь легко было, хорошо, ладно. Здесь было легко. Да ладно. Серьезно? Воу. Минус костяной, минус костяной, ля-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 ля. Ай-яй-яй, мне больно. Призываем наших ребят. Кабум. Почти сдохли, но не умерли. В этом наша сила. Ой, я их прям совсем замораживаю, как круто. Да. Как-то так, в общем, нам открыли дверцы. Нам, типа, все можно, все хорошо у нас и все такое. Вот, здесь надо разбивать, короче, вот такие фигни. Меня как-то смущает та хрень, которая находится наверху, и давайте все-таки пройдем вот сюда, посмотрим. Может, здесь все-таки как-то что-то открывается? Понятно. Ну, короче, тупо, чтобы пройти туда. Я понял. Ничего лишнего здесь не дано. Окей, окей. Я осознал это. Окей. Хорошо. Мы это запомним. Мы это запомним. Так. Что у нас есть тут? Тут у нас какая-то фигня, которая делает... Сейчас нам, надеюсь, покажут, что. Б-действие, ну.
что мы сотворили. Мы что-то подняли. Хорошо. Ой. А, то есть он будет стрелять, да? А если мне нужно взять? Тогда как поступать? Хорошо. Что мы сделали? Я не понял, просто простите. Ну, видать, установили мост туда-обратно. У нас останавливается либо мост с одной стороны, либо мост с другой стороны. Я понял. Эта колонна нас куда ведет? Чтобы перебраться на ту сторону. То есть, агасики, смотрите там. Есть еще одна. А тут, наверное, мог не каждый заметить, и я в том числе. Ха, здесь есть портал. Вон, видимо, нужный нам ключик. У нас как бы есть ключик, но я не буду использовать тот ключик. Кабум! Мы упали. Ладненько, давайте пробуем выстрелить вон в эту фигню. Она, надеюсь, нам подымет мост. Но что-то как-то не... Что-то как-то не так. Что-то как-то пошло не так. Ладно. Нам определенно сюда. Это проблема. Интересно, а мы можем успеть за момент... Ага. 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 Вот она. Какая работающая... Такая маленькая неувязочка. А, нет, попал под тем углом. Ха! Я не понял, как я попал, правда, но я попал. Ровно так, как надо. Еще один ключик нам достали. Ключ скелета. Все позволяют открывать дверки, хренерки. Ай, да ладно! Серьезно! Вашего гениального говна мне здесь такого вот не хватало. Ой, оно, блин, больно бьется, кстати. Блин, надо как-то поаккуратно с ним. Его здесь много, главное. Ай-яй-яй. Ай. Вот то, что говна вот этого здесь много, это вообще не круто. Ну ладно. Мы кое-как прошли. И то хорошо. Теперь мы можем открыть ту дверцу. Ага, разработчики сделали так, что мы тратим только тот ключ, который подходит конкретно к этой двери и никакой другой. Вот здесь мы можем сделать портал. Агасики. I have a little problem, my friends. А, нет, стоп, нет, 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 все хорошо. Это я тупанул, простите. У меня нет проблем. Все хорошо, все так, как должно идти. Это я тупанул, простите, пожалуйста. Допрыгнем, я надеюсь. Джеранимо! Так, и... Окей. Бежим, 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 бежим. Ворон улетел куда-то в бок.
Значит, нам, скорее всего, туда и надо. Ну да. Да ладно, серьезно? Откуда у вас здесь столько? Паршивцы, откуда у вас здесь столько, признавайтесь? Почему вы не умерли? Почему все еще живы? Ха! Вас слишком много на одного дезертирку. Я нашел монетку Вульгрима, это хорошо. То, что я ее нашел, это прям замечательно. Чё-то мне не нравятся звуки, которые разносятся с той стороны. Конечно же, я был прав! Мне нужно больше ярости. Мне нужно больше ярости, мне нужно больше соратников. Я бы так это назвал. Мои ребята очень хорошо справляются, кстати, с этими мелкими скелетами. Они прям их раздирают, можно сказать. И это очень классно. Потому что вот если бы я сейчас был без своих ребят, ну, мне бы не очень хорошо было. Ну, то есть нет, ну, не то чтобы сложно, но именно сам факт, что я мог бы пострадать чуть-чуть там, например. Ну, или как-то вот так, например. Нет, там ничего не ожило, нет? Монетки? Ха! Разработчики, вы чуть-чуть предсказуемы. Я бы тоже там разместил, наверное. Та-дянь! Какая полезная штука. Дабы ее запендюрить. Оба-на! Кабум! Смотрите-ка. Я случайно нашел и понял просто, что она, скорее всего, для этой комнаты. И угадал. Угадал. Угаданиссимо, короче. Ладно. Все здесь даниссимо непонятно, но окей. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего, собственно, нету. Кроме как можно забраться чуть выше. Либо чуть ниже. Давайте попробуем сначала забраться чуть выше. Посмотреть, что у нас находится здесь. И увидеть, что там у нас еще целый, мать его, огромнейший гребаный город. Какого хрена здесь так много всего, ребята? Ух ты! Какая прикольная штука. Хочу такую домой, как лампочку. Так. Вот, кстати, знаете почему... Знаете, почему стримы удобнее делать? Потому что ты можешь общаться напрямую, короче, с людьми, и... Это круто. Так, а как бы мне... Ну, мне как бы, видимо, сюда, да? Но я хочу попробовать все-таки забрать тот фрагмент. Как мне это сделать так, интересно говоря? Тем более, что ворон мне указывает, что мне как бы туда. Значит, наверное, мне туда. Ну, по крайней мере, я так предполагаю. О! Оказалось, все намного проще. Я не могу. Кабум. Большой сдвиг сработал как надо, короче, все. Да ладно. Опять? Серьезно? Вот не лежится вам, ребята, да? Это невозможно. Вот совсем ребятам не лежится. Вот не хотят лежать, отдыхать. Нет, им надо обязательно подраться с дезертиркой. Мы опять вышли... Нет, если верить переводу, если верить написанному, то мы вошли в утробу, ну окей. Ура!
Пробую интересно чего, пока непонятно, но думаю, что скоро нам пояснят, расскажут, надеюсь, иначе почему-то мне кажется, что сюжет как-то пока что куда-то улетает на задний план, но по крайней мере я ничего такого по сюжету пока что не увидел, не узнал. Ну, все-таки прошлая серия прошла как-то немножко мимо сюжета, чуть-чуть. Поэтому как-то так. Я думаю, что так, если я буду расправляться со скелетами, вы будете не сильно против, поэтому все нормально. Ладненько, побежали через мост, узнаем, что там да как, и думаю, можно будет нормально поболтать с кем-нибудь, наверное. Я, по крайней мере, на это хотя бы надеюсь. Нам, тем более, через мост вот в эту сторону. Что там, кстати, есть? Что там, кстати, есть? Нам вот, походу, наверх, а не прямо. Ну, видимо, да, видимо, нам действительно наверх. Здесь разработчики немножко лоханулись, они разместили... Не, ну понятно, что мы можем как бы их бить, можем не бить, это уже наше личное дело. Но разработчики, на мой взгляд, чуть-чуть лоханулись, разместив в пустом месте, по сути, своих скелетонов. Ну да ладно. В принципе, как бы без разницы. Я, кстати, почти получаю уровень, у меня... Немножечко осталось до уровня. Так что я, в принципе, рад, доволен и все такое. Так, сейчас мы перебьем эту маленькую ораву скелетиков. Возможно, это тоже частично даст мне подъем по уровню. Ну, я бы на это надеялся, конечно. Да, это дало мне некоторые сподвижки к уровню. Что находится вот здесь вот? Я на самом деле бежал вот сюда. Что находится тут? Тут находится оба-на. И оба-на номер два. Так. Что это делает хрень? Ой. Ха. Лол. Я вижу кое-что полезное. Успел. Реликвия Хагота. Необычно редкая реликвия. Такие хранились у верховных военачальников династии Хагот. Продайте этот предмет Астеготу и получите огромную награду. А, я нашел свою первую собственную дорогую реликвию, дорогие мои друзья. Думаю, это не последняя. Ну ладно, опять слошотки сняли меня. Ну что ж такое, только сел, можно сказать. Только покатался, но нет, сняли. Ой, ладненько. Не ожидал. Ладно, серьезно, они меня здесь не это, не атакуют. Стоп. Ребят, почему вы на меня не агритесь? Не пугайте меня, пожалуйста. Эй. Почему они на меня не агрятся? Что не так? Со мной что-то не так или с ними? Ах ты, маленький засранец. Снова ты. Подойди ближе. Взгляни, что есть у Вульгрима. Новые товары. Мы уже поняли, что у Вульгрима нет ни хрена полезного, потому что эта падла мне все время строит поздни. Такие вот дела. Ладно, на самом деле нам, кстати, выдали какие-то косы, по-моему. Позовите смерть собирать разбросанные камни Блэкрута. Ну да. Это мне будет еще два предмета, помогающих мне, и энное количество предметов, которые будут помогать как способности. Попутно давайте рассмотрим, что за косы у нас есть и какие косы, может быть, там есть получше. А, крита, крит урон. Вероятность казни, пробивающий урон. Я думаю, на данный момент, по идее, вот эти... должны быть лучшими, вроде как. Хотя урон ото льда опять-таки, наверное, в выигрыше. Плюс 20. Здесь пробивающий урон еще плюс 22.
чисто в теории они должны получше быть. Чисто в теории. Насколько это будет на практике, я не знаю. Но у нас не будет тогда урона ото льда. Это все-таки небольшой, но минус. Что касается у нас по перчаткам. Я думаю, что по перчаткам у нас, наверное, ничего лучшего нету. Что касается по этому... Так, крит урон, наносимое золото, защита силы. Я думаю, что я вложусь в защиту больше все-таки. Потому что с защитой у меня бывают периодически проблемы. Мне бы этого не хотелось. Так что я думаю, что мне нужно что-то с этим делать. 69 против 54. Довольно сильно срежет мне урон, поэтому надевать не буду. Не сильно срежет мне урон, но тем не менее тоже. Тоже туда же. А вот это урон не поднимет. Но уберет крит шанс. Заповысит силу. В общем, по-разному. Нужно думать, думать, еще раз думать, что надевать, что нет. Я не знаю. Где-то я... Прям... А, вон это падла. Я думаю, где я его слышу? Ха! Психический камень. 80-34. Крушители черепов. Или как он там назывался, вы помните? Не кажется ли, ребята все-таки начали на меня нападать? Потому что если нет, это как-то обидно. А вот, кстати, например, если бы вот этого намека ответвления не было, я мог бы и пропустить вот это место. Поэтому вот разработчики, на мой взгляд, все-таки зря сделали так, чтобы мы могли смотреть, что именно они... Ну, точнее, где именно находятся тайники. На мой взгляд, они все-таки таким образом сделали небольшое упущение. То есть они слишком упростили в этом плане игру. То есть да, мы, естественно, можем какие-то вещи не найти. Есть, скорее всего, какие-то сложные места, которые... Нужно будет искать, брать и так далее, но я думаю, что в большинстве своем мы берем какие-то легенькие шмотки. Но, правда, что я хочу сказать, это то, что перед тем, как мы зайдем на Змеиный Пинг, последнее, что скажу, это то, что в этих сундучках мы берем, как правило, какую-нибудь фигню, которая, как правило, не всегда полезна, а те, которые действительно полезны, они все-таки, ну, чуть-чуть получше спрятаны, но тем не менее они все равно отображаются на карте. И это для меня лично не очень приятно. Но вот такие вот пироги. А мы поднялись тем временем на Змеиный Пик. Знаете, готов поспорить, сам бы я сюда не попал, ну никак просто, потому что навряд ли у меня хватило бы скорости и выдумки с первого раза. Не, ну понятно, что с, там раза с 10-го, 20-го я бы попал бы все-таки, но
Ох, это было бы сложно. Нужно было бы просчитать, как сюда прыгать. Это было жестко, классно. Ну ладно, мне понравилось, короче говоря. А, я понял шутку юмора, как здесь надо забегать. Все, забежали, отлично. Карты у нас здесь нет. Да она нам, наверное, здесь и не нужна. А нет, тут смотрите-ка, тоже секретики есть. Та-дань. А кто-то мог и не заметить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дезертирка заметил. Тоже там еще какие-нибудь по бокам есть секретики, не? А, нет, это просто это, я понял. Еще и крутится гадость такая. Так, вот здесь вот по бокам можно забраться, здесь нельзя. Хорошо. Что там? Тут какой-то то ли хвост, то ли еще что-то. Хрен поймешь. Ладно, забираемся выше. Забираемся выше. О-о-о! Придурок, ты че отцепился-то? Смерть, ты... Ты конченый. Психопат, зачем ты отцепился-то? Идиот. Цепляйся, придурок. Боже ж ты мой, вы видели это, да? Зачем он отцепился? Фуф. Ха. Я зацепился, дорогие мои друзья. Я зацепи-пи-пи, сука! Писюка! Ну, короче, надо прыгать в определенный момент. На самом деле, там несложно это сделать. Я понял, что нужно просто прыгать конкретно вот в тот момент, в какой нужно. И ни раньше, ни позже. Типа вот так. Тихо. Тихо. Вот еще один сундучок. И что там, ну, прикольно, кстати, с вот этим кораблем придумано, но, блин, как-то это... Я не могу. Шутка напрягающая. Непривычно немножко. Но, опять же, понятна механика, главное понять ее, а там уже... После того, как понимаешь механику, становится намного делать все это упрощеннее, проще и, в общем, это легче. Потому что без понятия механики мы не... Тянь-тянь-тянь. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Что-то у меня эта фраза про пошло не так как-то очень сильно приелась. Я не помню, откуда я ее стыбзил, взял. Но что-то она как-то мне понравилась. Я ее теперь постоянно применяю ко всему и вся. И в общем как-то что-то пошло не так, ребят. А, я понял. Я понял, где я лоханулся. Мой косяк, действительно, это не разработчики виноваты, все хорошо. В принципе, так и так было понятно, что это не разработчики виноваты, как бы, что это мой косяк, но мало ли. Так. Фух! Вот я тебя, смерть, за это ненавижу, серьезно. Серьезно? Серьезно? Почему смерть иногда прыгает нормально, иногда прыгает как через жопу? Смерть, ты во всем виноват. Ты страшный человек. Не важно, что ты мертвый человек. Ты даже на самом деле, ты по сути не человек ведь. Ты просто наглая засранка смерть. Хорошо. Предположу, что нам куда-то... Да. Дальше. Ясно, понятно. Так, мы добежали до более-менее безопасного места под солнцем. И будем теперь как-то продвигаться дальше. Мы в утробе, видимо, действительно только корабля на этот раз. Что ты делаешь? Зачем ты прыгнул, друже? Друже смерть, зачем ты прыгнул? Вот. От тебя требовалось просто... Просто развернуться и прыгнуть в нужную сторону. Знаете, я не хочу прыгать вниз.
Здесь придется, да? Ага. Мы снизу можем выбраться, если что, здесь нет ни черта, да? Здесь ни черта нету, да. Мне кажется, нам от чего-то придется либо сбегать, либо пробираться как-то наверх. Ладно, неважно, я не буду предугадывать. Давайте просто зайдем в дверь и постучимся к хозяину дома. Вечный трон. Так, я так понимаю, что это наш учитель будущий. Ну, раз тут написано, типа, ха-ха-ха, ты можешь, типа, учиться у меня. А, тебя прислал советник. Итак, всадник. Однажды я уже победил смерть. Могу сделать это снова. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Конечно, нет. Ты все еще полон надежд. Очевидно, ты еще не встречался с советником. Советник не очень впечатляюще звучит. Тысячелетиями его язык вливает яд в уши мертвого короля. Именно он сидит на вечном троне и требует услуг. Кто ты? Я мастер клинков. Это все, что осталось от воина, человека, когда-то звавшегося Дрывен. Я давно уже должен был пройти через Источник Душ. Но я завоевал свободу на арене. И только для того, чтобы упасть к ногам мертвого короля. Такие вот дела. Вон, давайте тренировку, чё. На. То есть, как бы и все. Я думал, с ним подраться можно будет. Типа, давай подеремся, не? Ну, нет, так нет, ладно. Ладно. Спей же крови своих врагов. Зачем? Мне не нужна их кровь, мне нужны их души. Зачем мне их кровь? Я же не вампир. Я типа женец душ, все дела там, нет? Зачем мне нужна их кровь? Кровь невкусная. Так. Это невозможно. Да все возможно, просто ты ленивый. А это еще что такое? Я понял. Ну, мне, кстати, что-то прислали там. А подарок от ангел-дипломат. Вульгрим. От Вульгрима еще один подарок. Я приглашаю тебя к соревнованию в Горниле. Вечные слова ожидают тебя по завершении, если выживешь. Найди меня, если хочешь принять вызов. Вы можете попасть в Горнило, используя быстрое перемещение. Ладно, разберемся с этим потом.